Армия Казахстана была поднята сегодня по учебной тревоге. По приказу министра обороны Нурлана Ермекбаева все соединения и воинские части вооруженных сил приступили к тактическим учениям «Батыс-2018». В маневрах задействовано более 5000 бойцов. Все подробности в материале наших корреспондентов. Ранним утром военные Казахстана были подняты по тревоге. В назначенное время военнослужащие прибыли в районы сосредоточения, продемонстрировав полную готовность к выполнению дальнейших задач. По сценарию ряду воинских частей региональных командований «Восток-Юг» и десантно-штурмовых войск были отданы указания на перегруппировку в западный регион нашей страны. После чего войска своим ходом, железнодорожным транспортом, на самолетах и военных кораблях начали передвижение. При этом командующим войсками регионального штаба «Запад» была поставлена задача вывести войска в район проведения учения и сформировать группировку с учетом прибывающих частей и подразделений региональных командований. Отмечу, фронтовая и штурмовая авиация в это время были сосредоточены на аэродромах, а армейская авиация на полевых вертолетных станциях. Группировка военно-морских сил была усилена боевыми кораблями и катерами пограничной службы КНБ. Общевойсковыми подразделениями также было организовано усиление отдаленных приграничных застав. В учениях были задействованы более 5000 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой. Речь идет о сухопутных войсках, силах воздушной обороны, военно-морских силах, силах специальных операций. Кроме того, в маневрах также приняли участие подразделения пограничной службы КНБ, Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Блин, сюда с машины, блин, едет. Из них личного состава 6 тысяч, техники 2 сотни. Наша основная цель – это мобильность и переброска на любое угрожаемое направление. Вторая цель – обучение командующего управлению разнородными межвидовыми группировками войск, оперативными группами. Третья – это ознакомление командиров с западным театром военных действий. Кроме того, руководством учения представлено оборудование пунктов управления, путей передвижения войск и объектов жизнеобеспечения личного состава в полевых условиях. Также министрам заслушаны должностные лица о порядке их работы по планированию и проведению специальных войсковых действий. В ходе заслушивания особое внимание обращено на качественное обучение войск основам боевой деятельности с учетом современных угроз, эффективное применение вооружения и военной техники, соблюдение мер безопасности при проведении учения. В ходе учения группа кораблей военно-морских сил Казахстана в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Сарарка», «Мангыстау» и гидрографическое судно «Жайык» отрабатывали ведение боевых действий по своим предназначениям с элементами маневрирования кораблей и с выполнением боевых стрельб по морским, воздушным и береговым целям условного противника. Впервые была отработана методика и организация боевых стрельб из всех видов корабельного оружия по береговым целям. В ходе стрельб экипажами кораблей поставленные задачи выполнились качественно и в полном объеме.
Учение «Батыс-2018» позволил приобрести практические навыки, повысить уровень морской и боевой выучки плавсостава кораблей военно-морских сил.